большой привет! Я начинаю новый влог, лайф-влог, и приглашаю всех к нам в гости. Мое утро начинается с готовки. Что я делаю? Сегодня 1 декабря. Это прямая финишная линия к Новому году. Так что нужно приводить себя в форму. Конечно, кому это нужно, а кому нет, то там и разговора нет. Я готовлю кушать. В моей мультиварке, кто спрашивал, еще раз повторю, это Moulinex Cookeo, у меня с Bluetooth. Я готовлю себе капусту и курицу. Ну, себе и мужу, потому что Саша не очень любит капусту. И здесь я делаю в моей также Moulinex Soup & Co. Это никакая не реклама, я покупала все эти аппараты за свои деньги уже несколько лет назад. Вот этот аппарат и, наверное, год назад мультиварку. Я готовлю овощной суп. В общем, вот такое у меня прекрасное утро. Запах овощей, тушеных, вареных. И всем желаю хорошего дня. У нас на улице вчера ночью выпал снег, но сейчас он подтаял и такая мокрая слякоть немного. Всем привет еще раз. Итак, сегодня будет у нас влог всего понемножку, сборная солянка, потому что снимать какие-то разговорные видео, обзоры не могу с таким голосом и носом, поэтому покажу вам всего понемножку. Я люблю такие видео и думаю, что вам они нравятся. Хотела показать вам заказ с сайта Shein.com, потому что получила очень красивый свитер, также платье. Если вам интересно, то оставайтесь обязательно со мной. Получила посылку с базара Chic. В черную пятницу сделала себе 2 заказа, и вот один как раз пришел. Откроем с вами посылку и посмотрим, что там. Давайте я вам расскажу немножко про этот свитер. Он очень классный. И что меня порадовало, посмотрите, в этот раз рукава у него на самом деле не короткие, а мне даже длинные, поэтому мне приходится их подкатывать. Я вообще влюблена в этом сезоне в горчичный цвет. Мне кажется, мне в нем так желто-горчичный. У него бывают тоже разные оттенки, вот как подушка или как мой свитер. В общем, ну вот этот, он такой... Самое то, что надо. Не совсем желтый, не совсем темно-горчичный. Мне очень комфортно, уютно в этом цвете. Я чувствую себя хорошо. Этот свитерок, он такой вязкий, вроде бы крупный, но в то же время не толстый. Поэтому можно запросто его одеть под какое-то пальто или под плащ, выбежать на улицу, прогуляться. У него такой красивый воротник. Я знаю, что немногие, не все любят такие. Кто-то считает, что это укорачивает шею. Но мне сейчас, моим горло, это... Классно. Тем более, если вы оденете вот крупные сережки, то будет смотреться очень стильно. Можно надеть колье. Я получила также колье и обязательно вам покажу. Я заказала себе 3-ступенчатое колье, так я их называю, потому что это колье, которое состоит из 3. Вы можете носить все вместе, длинное, среднее и короткое, а также носить или 2, или 3, или 1. Это уже вам решать. Что я хочу сказать, мои хорошие, что, естественно, это никакой не металл, это не смотрится очень дорого, это просто такие новомодные украшения. Я купила его, заказала для пробы, для того, чтобы снимать аутфит. Я люблю носить такие колья летом, вот с каким-то
именно бельевым стилем, как сейчас я вам показываю на фотографии, с белыми рубашками, то есть там уже вам решать. Оно стоит сущие копейки, и я что делаю? Я заказываю или беру на пробу недорогие украшения, и когда мне очень нравится модель, я пытаюсь найти ее в серебре, хотя бы в серебре. Я уже не говорю про золото, потому что такая длина в золоте, это будет очень дорого. Это колье на сайте Shein.com, Shein-сайт, существует в желтом, то есть вот в золоте и в серебре. Посмотрите платье, оно просто классное, черное, с цветами. Я покупала его, думала, что заказ придет немножко раньше, покупала его на день рождения моей подружки, но оно не пришло, поэтому у меня сейчас несколько платьев с цветочек. Везде цветы крупные, и я даже подумываю его одеть на Рождество. И посмотрим, что будет. У него очень хорошее качество. Честно, не скажу, из чего это, но приятно, не такое вот, что трогаешь и неприятно. Скорее всего, это синтетика, искусственные ткани, но иногда они у них хорошего качества. Я ничего не навязываю, просто говорю свое мнение. Одно, но я боялась, что будет короткое. Но у меня маленький рост, 1,60 м, и оно мне идеально. С черными колготками, с каблуками, оно смотрится так хорошо. И вот эта вот модель трапеция, просто самое то, что надо для меня. У него вот такой хлястик на горле, который застегивается сзади на две пуговички, и получается как бы как колье, и здесь вырез, капелька. И рукава с тремя воланами. Очень красиво, элегантно и как-то так по-праздничному. С колготками темными можно надеть с ботфортами, можно надеть с ботильонами, можно надеть просто с лодочками. Будет смотреться замечательно. Здесь вы можете отдать украшения, там уже вам решать. Очень довольна вот этим заказом. Смотрите, только будьте осторожны, что у кого маленький рост, высокий, то есть, может быть коротковато. И здесь, наверное, нет, ничего нет, чтобы отпустить. Я заказала себе комбинезон. Я думаю, что у многих блогеров вы видели такие комбинезоны. Это черный комбинезон с коротким рукавом и с таким V-образным вырезом. У него есть поясок, и здесь он может на груди застегиваться на пуговку. Отрезная талия с карманами и с защипами, и сзади у него идет резинка. Мне хотелось такой комбинезон черный, который я могу носить со спортивной обувью, а вот именно даже с кроссовками, с моими адидасами черно-белыми. Что-то такое, чтобы разбавить вот именно вот эту элегантность, если так можно назвать, вот эту элегантность, тавтология комбинезона самого. Его можно по-разному обыграть. Может быть такой стиль спорт-шик, если вы наденете кроссовки, а можно надеть каблучки, например, красные. Я вижу красную помаду, красные туфли на каблуках, и будет, девчонки, просто очень красивый и такой шикарный стиль, утонченный, в то же время минималистичный. Я обожаю такие вещи. Что хочу сказать про качество? Качество, конечно, синтетика. Я думала, что будет лучше качество. Он как бы, когда вы смотрите, похож на, как это сказать, не гипюра, вот забыла по-русски название. То есть чуть-чуть как бы отблеск такой, наверное. Гипюр. У мамы такие платья были. Хотя я не знаю состав, нужно посмотреть на сайте. И я взяла в размере, по-моему, L, и он мне чуть-чуть большеват. Большеват в плане того, что у меня бедра не широкие, по груди все окей. А вот здесь вот эта резинка чуть-чуть топорщится, и кажется, много ее. Что-то нужно сделать, то есть придает полноты в этой части. А так, да, почему нет? Будьте осторожны тоже с размерами, если высокая девушка, хотя, наверное, будет чуть-чуть открывать щиколотку, и это, если обуграете свой аутфит, кто спросил меня, что такое аутфит, это наряд дня, то может быть очень классно и красиво.
сейчас я вам покажу, как я делаю свой соус для отварных овощей и также для салатов. Я беру всегда баночку, которую можно поставить в холодильник и закрыть. Хранить его нужно в холодильнике. И то, что я туда добавляю, это фисташковое масло, также масло, ореховое масло. Можно добавить масла, которые у вас есть, смесь. У меня вот такой соус кокосовый, он похож на соевый, но здесь нет сои, так как у меня аллергия. Я покупаю его на Herb. У меня горчица сразу с медом и с различными зернышками. Если добавляете просто горчицу, можете добавить ложечку меда, кисло-сладкий такой соус. И я обожаю добавлять копченую паприку. Все это просто перемешиваем, взбалтываем. И когда у вас отварные овощи, чтобы они не были такими безвкусными, просто чуть-чуть, несколько капелек поливаете или в салат, и получается очень вкусно и приятно. Можно вместо соевого соуса, кокосового соуса добавить просто бальзамический соус. Или какой-нибудь винегрет, как вы хотите. Можно лимона. Всем приятного аппетита! Когда у меня есть время, я стараюсь делать правильный перекус. Нарезаю яблоко, выжимаю апельсин, заливаю дольки яблока апельсином и посыпаю корицей. Также тот, кто не на диете, может посыпать сахарной пудрой, орешками. И потом вы можете запечь дольки яблока или в духовке, или просто перемешать и лакомиться, или в микроволновке несколько минут, и получится такое пюре. Всем приятного аппетита! Напоследок давайте заглянем в мою посылку. Это посылка с сайта Базара Шик. Заказала ее, еще раз повторяю, в Черную пятницу. Что же там есть? Я ее уже открыла, чтобы вам не шуршать сильно. Опа! Кто следит за мной в Инстаграме, то уже видел, что я заказывала на Черную пятницу. А сейчас пошуршим. И это вот такая сумочка клатч, серая. Здесь идет ремешок. Она носится на плечи. Здесь вот эти вот ремешок, его можно отцепить, он на кнопочках. И это марка Le Petit. Кто живет во Франции, должен знать эту марку. Это марка одежды, достаточно известная. Она не совсем люкс и не совсем дорогая. Называется, по-моему, Non Duck, что-то такое, не могу прочитать. В общем, очень красивый логотип Le Petit, все выгравировано. Здесь у нее ремешок для ключей. Также есть под сотовый телефон карманчик, под карточку, отдел.
Закрывается она на кнопку. Что-то похоже, даже, наверное, не кожа, но очень хороший кожзам. Есть ли этикетка? Сейчас посмотрим. Этикетки не вижу. А, хотя есть. Подождите сейчас, мои хорошие, чтобы вас не обманывать. Посмотрю. Кожа, девчонки. Почему я так удивилась? Сейчас я вам скажу почему. Потому что эта сумочка стоила 150 евро. И знаете, за сколько ее купила? Я ее купила за 15 евро на Базара Шик в Черную пятницу. Представляете? Я чувствую, что это не кожзам. Просто супер. Довольно-довольно. Вот даже не обманываю вам. Стоила 150 евро, купила за 15 евро. Вот такая удача. И также ко мне идут еще мои ботфорты. Ну вот, довольна. Надеюсь, что влог вам понравился. Я вам всем желаю хорошего вечера, приятных выходных. И до скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока!